Ну а я приступаю к уборке. Хочу перестирать сначала все коврики, потом вот эти вот шторы все нужно поснимать, перестирать. В том числе во всех комнатах. Здесь у меня шторки уже чистые. Я пока что собираю коврики. Гуся мне помогает. Да, малыш бежит за мной. Вот он. Вот он, скажи, мама. Он мне все помогает. Я хочу все-таки убрать дом, так как я планировала. У меня здесь уже сушатся его тряпки постиранные. Буськины тряпки. Лапки вытирать. У него опять аллергия. Мужа попросила, чтобы завтра заехал, купил. Лекарства у нас закончились. Говорит, что у него вот здесь вот на грудке. Ну, малыш. А, да. У него там опять бляха на грудке. Я экономила таблетки, они дорогие, не давала ему. У него опять на грудке бляха. Вот здесь вот рукой я щупаю. Да, маленький. Ой, блин, как меня эта аллергия замахала, честно говоря. На улице куча химии. Когда снег, ему как-то легче. Но вот все равно он хватает. Так, всякие тряпочки. Коврики. Все, стирка. Это уже будет вторая партия. Замахала эта аллергия. Я вообще не знаю, я в шоке. Как-то был маленький, не так сильно болел. Теплая вода, пусть будет теплая. Идем, бусенок, идем. Идем, мой помощник сладкий. Вова, я там поставила тебе лекарство, баночку с лекарством. Ты где? Короче, ему там записку оставила, чтобы он заехал. Купил лекарство. Я беру сейчас химию. Я начну все здесь убирать. Берем вот это вот для стекла и для мебели. Хлорка проходиться мне пока не нужно. Что, начинаем работать? Буся, отойди, а? Аллергетик. Не ходи за мной. Так, начинаем со стекол, да? Мой любимый стол. Здесь написано «Я тебя люблю» на разных языках. Видите? Я показывала этот стол уже. Муж его нашел на помойке, притащил домой. Я ругалась, говорю, я его мыть не буду. А сейчас мой любимый стол. Ну, потому что он прикольный. Вот, love. Любовь на всех языках. Завтра день Валентина. Еще раз всех поздравляю. Так. И муж хотел выбросить его. Я сказала нет. Так, все. Поехали дальше. У нас много стекла в доме. Муж уже здесь кушать устроился. Надо все это ему быстренько повытирать. Все заляпано. Пёсик, как всегда. Так. Телевизор уже себе включил. Так, быстренько. Что дальше? Здесь, в принципе, так и не очень грязно. Я смотрю.
свинца. Здесь заляпано все. В общем, я его прощупала. Там эта бляха у него на грудке. Это вот муж обнаружил. У Бусика. Это аллергия, Вова. Купи лекарства, я записала вот тебе. Хорошо, но их надо заказывать. Сначала напиши мне, дай мне пустую упаковку от этого. Я дала пустую упаковку, вот. 3 таблетки осталось. Ну так дай ему одну. Я дала таблетку, и вот 3 таблетки в чашечке. На завтра что было? А что, 3 таблетки в день надо давать? Нет, ему, когда обострение, нужно 2 таблетки в день. А я давала через день. И вот у него пошло обострение. А сколько в упаковке таблеток? 30, по-моему. И сколько они стоят? $90. Ой-ой-ой-ой. Да? Дорогое удовольствие. Надо... Ну, купи, пожалуйста, завтра. Ну, ты дала мне упаковку? Да, там стоит. Ну, вон я тебе написала записку. Вот, вот. Посмотри сюда. Сейчас, Светочка, подожди. Давай, смотри. Вот, и пустая коробочка. Обязательно. Потому как что там... называется хоть? А вот название. Я не вижу такие мелкие буквы, что я не вижу. Вот. Дай прочитаю. Я не вижу мелкие буквы. Апоксель. Хорошо, я заеду завтра, оставь. Так, я иду. Я там вытерла у тебя. Спасибо. Мне теперь нужна другая тряпочка для дерева. Хочу еще окна пройти немножко. А ну что у нас здесь? Здесь у меня шторы чистые. Это все поубирать. Вот недавно убирала уже паучки. У нас уже ночка. Ванна, где наша это самое? Под майкровой. А, я помыла ее. Тарелка от микроволновки в сушилке. Сейчас здесь все буду переставлять. Я курицу несу вниз. Окей. И колбаски забрал. Готовить каждый день приходится все равно. Надо все здесь. Все углы повытирать. Так, ну и что? Хочу здесь немножко порядок навести. Это бумажные салфетки, они вообще тут не в тему, мне кажется. Ну вот, решила немножко разнообразить. Две салфетки, серебряная, золотая, золотые рамочки для фотографий. Моя замечательная умная сова, морской пейзаж, фотографии в тему с отпуска под эту картину. Здесь вот такая вот белая ваза. Это мне подарили вместе с букетом эту вазу.
Она такая простенькая, но пусть будет. Иногда не хватает. Много цветов бывает и не хватает. А свечи я решила сюда переставить, на фортепиано. По-моему, неплохо. Тоже здесь картина. Пусть будет пока. Так, это ставим на место. Буся от меня не отходит. И продолжаем. У нас много стекла, много дерева. И все требует ухода. Вот эти все панельки нужно тоже протирать. Вот здесь вот. От пыли. Вот это все. На ступеньках. Так, быстренько делаем. Куда пылесос не долезет. Все. Вот это вот все нужно протирать. Панельки. Здесь нужно протереть. Это все нужно красить. Кстати говоря. Ну, оно так смотрится даже оригинально. Под старину. Поэтому я пока не настаиваю. Есть более важные вещи, правда? Здесь все протираем. Я когда сюда приехала, все хлоркой мыла, все, чтобы чужих пальцев не было на этих перинах. Просто терла до крови на своих руках. Так, а сейчас уже могу так по верхам немножко. Не очень тщательно, но хотя бы, чтобы пыль забрать. Коврики. Коврики тоже стекло. Шпион за мной бежит. Пошли, пошли, пошли. А у меня тут гимнастика. Вверх-вниз. Не говори. Мне сегодня муж говорит. А может, ты сегодня уже не убираешь, может, завтра. Уже я 4 дня собираюсь убирать. Все никак не соберусь. Ага, у нас была просто неплохая погода, а плохое настроение. Вова, я уже смотреть на это не могу. Мне нужно еще все шторы перестирать. В том числе вот это вот белые шторы здесь. Вот белые шторы, блин. Надо туда залезть. Я пошла за пылесосом, потому что у меня здесь чисто более-менее. Я здесь у себя убираю в самую последнюю очередь, потому что делаю это медленно, с удовольствием, тщательно. А там у меня на кухне самый бордель. Потому что муж любит побегать. Побутым. Шерсть Буськи, опять же. Что, малыш, ты мне будешь помогать, ты уже песенки поешь, да? Ты мой помощник, залетный. Иди, мама, что будешь делать? Будет. Ебашить. Иди, мой шляденький, все. Поехали. Я, кстати, уже попрятала зимнюю обувь. Слава богу. Протерла ее. До следующего сезона. Это у меня еще и елки остались. Листочки всякие там. С елочных украшений. С гирлянд. Классно, этот пылесос, ноги эти маленькие. Но, конечно же, я хочу купить робот-пылесос. Быстро лес чешется, блин. Сейчас надо еще ухо ему закапать. Вот у меня уже как надоели заболячки. Что делать? Я так подозреваю, у него ушко расстанется. Косточки дают на моем коврике. Это такая поверхностная блока, не генеральная, чтобы пособирать пыль. И было немножко чище. Смотри, 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 что его чище. У меня здесь двойной шнурок с удлинителем, чтобы хватило на душе и не переключать, не бегать к розетке. От розетки к розетке.
Мы как будто бы здесь с вами потоптались в этом доме. И этого удлинителя двойного хватает. И на это пространство в Living Room. И даже на кухне, которую я уже почистила, прошлась. Вот. Коврик там почистила. Вот. И хватает на лестницу. Не приходится бегать, переключать. Но здесь еще не так. Много пыли и шерсти. Больше внизу, там внизу. Там прямо сугробы от быстрой шерсти. Здесь еще нормально. Здесь у меня подушка. Этот пылесос очень удобен, что он работает и на мягких поверхностях, и на твердых. Я, конечно, эту подушку стираю недавно. И сейчас можно просто пройти с пылесосом, потому что недавно я эту подушку стирала. Вот уже третий этаж. Мне еще хватает шнурка этого. А уже там у себя я подключаю, короче, комната. Все, доползли. И хватает еще на этот коридор. Отлично он тянет, я уже рассказывала. У нас были дорогие пылесосы, а этот мы купили за $23. У нас, в принципе, стоит дорогой пылесос. Но он очень тяжелый. Все, надо будет переносить. Ну, дорогой, за это спасибо. Шнурок выдернулся. Так. Так, ну что, мы пошли. Вон он здесь, сугробы. Это не всегда бегает. Здесь почему-то всегда очень много быстро находится. Хорошо, что здесь есть свет. В этом пылесосе. Ну, кстати, очень легко чувствуется. Может, там кино смотрит, поэтому, наверное, не хотел, чтобы я шумела. Ну, мужчинам не так важно, чтобы чисто было. Мне так кажется. Большинство. Так, я уже вниз доползла. Мамечка. Что? Я выключил свое кино, мне ничего не слышно. Просто пылесос гудит громче, чем мой звук. Ла-ла. Ты поэтому говорил, чтобы я перенесла уборку на завтра? Ну, наверное, да. Ну, я ж не могу кино смотреть. Ну, я никогда не могу знать, когда ты домой явишься. Поэтому потерпи. Я терплю, мама. Теперь это быстро все делается. У меня здесь еще один пылесос без шнурка. Поэтому если куда-то не дотянусь, можно им воспользоваться. Это бейсмент. Так, стирка, сушка, смотрим, все продолжается. У меня там еще две корзины уже чистого белья. Нужно все это разобрать и успеть за сегодня сделать. Потому что белье лежит на постели, мне же нужно где-то спать. И нужно еще бусины, тряпки разобрать и коврики бросить в сушилку. Так, это старый картик, кусок. Вот этот пылесос дорогой и очень тяжелый. Это пылесос еще от бывшей жены моего мужа. Вот этот вот. Он, по-моему, имеет моющую функцию, но с ним задолбаешься таскать его. Рук не хватит. А я такие пылесосы на клининге таскала. Даже еще больше, еще тяжелее. Там были еще профессиональные пылесосы. Так, насколько шнурка хватит? Все же не хватает. Контроль стоит. Вот сколько волосней от бусика. Это все бусины на волосях.
так. Минутку больше, чем ядерная война. Ой, одной рукой неудобно. Каждый угол надо залезть. Ну купи мне робот-пылесос. У тебя 5. На 8 марта подари мне 5. Робот-пылесос. У тебя 5 где-то. А, какие 5? Ты что гонишь? У тебя 5 пылесосов. Вова. Один вот этот, вот другой очень тяжелый, бывший твоей жены. Он неподъемный. И третий так, пылесос без провода. А еще есть три. Три маленькие, да. Их нужно давно выбросить, они не рабочие. Как они не рабочие? Они не рабочие. Куда же их выбрасывать? Да зачем я туда засуну? Ну, можешь сам себе в машину куда-нибудь, не знаю. Хорошо. Они не рабочие. Что я проверил? Ты это говорил полгода назад, что ты проверишь и выбросишь? Я ничего не слышу, что? У меня рука не поднимается выбрасывать рабочие вещи. Они не рабочие. Ты давно должен был их проверить. Вова, надо за диваном. Я имею в виду, там, где ты сидишь, мне нужно пропылесосить. Ну, обычно мы вот это все двигаем. Все тумбы обычно двигаем. Ну, если хочешь, вот это вот подвинь. Это не надо двигать. Да, смотри, там чисто, да? Смотри, там чисто. Ты просто размылась. А под диваном? Ну не надо, там чисто, я тебе говорю. Смотри, ну, видишь, что там чисто все. Что? Видишь, какая чисто. Это камин. Туалет. Тихо стало в хате. Ого. Тебе не так важно, будет ли здесь чисто в этом доме. Ну, ясно. Так, поехали дальше. Какое кино смотришь? Ой, старое. Ну, какое? Со сметаной. И что ты кушаешь? Называется «Парни из стали». Что ты кушаешь? Курица как? Курицу вместе с рисом. Вкусная курица. Да. Очень вкусная. Я готовлю, не пробую. Всегда получается вкусно.
Так, третий этаж я сделаю завтра, а мне сейчас нужно просто здесь помыть все мокрой тряпкой. Пылесос. Надо завтра почистить. Вот эта вот штука пластмассовая. Никаких там ни фильтров стоит, знаете, бумажных кулечков. Ничего не надо покупать. Просто вот это вот отсоединяется, почистить. Причем можно делать короткую ручку и только с этим вот работать. Где-то по углам, если нужно пройтись. Так, надо почистить. Это самое, помыть мне все. Идем за шваброй. И посмотрим, как там бельишко. Тряпочки, тряпочки, как они там еще стираются. Еще одна минутка. Ой, Буся за мной бегает. А я знаю, что он за мной бегает. Он хочет жареную курочку. У меня здесь вот тряпки лежат для двора, потому что иной раз дожди заливают. Ну и здесь также, если вот потолок нужно почистить от паутины, я это делала недавно. И тряпочка для швабры. Всё. О, я тут забыла, вот еще тряпки лежат. Это у меня коврик для пола. Бусенька, там что? Там твои тряпочки сушатся. Все, идем, мой хороший. Да, это я там пыль вытирала. Забыла, нужно постирать с ковриками вместе. Так. Машинка уже выключилась. Че, постоять немножко. Все. Что у меня здесь в раковине? Свободно, не свободно? Тряпки я убираю, все это. Теплая водичка и вот такое вот средство. Здесь у меня тоже химия. Вот такое вот средство для деревянных полов. Оно безвредное, натуральное. Классно пахнет. Так, чуть-чуть. Запах бесподобный. Ой. Тряпочку нужно хорошо отжать, потому что может вздуться паркет. Ну что, совсем другое дело. Сейчас тряпочка пройдемся. Вот так вот. Если что-то пылесосом не достала, здесь такая тряпка, меня тоже на тренинге научили. Здесь вот такая вот поверхность, как метелка, а здесь уже для полировки. Поэтому я сначала прохожусь вот такой вот метелкой, чтобы пособирать лишнюю грязь. А потом плоской стороной. И все это в одну кучку. Вот так вот. Кстати, это средство подходит и для кафеля. Нормально, не скользит. Но есть еще отдельное средство для кафеля, для деревянного пола. Ну, я покупаю универсальное. Там написано для дерева, но у нас здесь вот кафеля не много. Кстати, там общественный туалет, я его мыла 2 дня назад, ну как бы гостевой туалет. Коврики стирала, в общем. За раз все не делается, хотя на клининге мы все делали за раз очень быстро. То есть и туалет, и ванную, и постель перестилали. Он здесь сидел, как у меня время позволяет. Ой, сразу совсем другое дело. Надо еще Бусику ушко закрыть. Все будет хорошо. Все, красота. Осталось только здесь коврики высушить. И все позастилать. Бусикину подстилку. Тряпочки в стирку. Ой, так хорошо, прям свежестью пахнет. Все. Коврик чистый. И все чистенькое. Тоже муж мне поставил новую порцию грязной посуды. Ладно, я себе еще заслужила немножко этого прекрасного. Очень сладкого вина. Ну еще нужно вот это вот в стирку занести. Так вот, я прошлась по всем этажам.
здесь вымыла. У меня осталось только две моих комнаты на завтра. Кабинет и спальня. Это я несу в стирку. И мне сейчас нужно еще забрать Бусикину вот здесь вот тряпочки. Он уже сторожит их. И нужно коврики перекинуть в сушилку. Первый этаж был, третий этаж. Бегу за корзинкой. Ножки тренируются. Давай-давай, Света, работай. Это тебе полезно бегать так. Мне уже жарко. Здесь у меня корзинка. А здесь у меня гора белья перебрать. Чистое белье. Две корзины. А это у меня корзина для чистых вещей. Так. Еще чуть-чуть. Третий этаж. Первый этаж. Побежали. Что, Буся, идем твои тряпки доставать в сушилки? Я не знаю, там постирать эту курточку или нет. Ай, ладно, обойдется. В следующий раз покупаю и постираю. Так, первый этаж. Кстати, это тоже нужно убрать. После небольшого ремонта. Твои тряпочки. Он уже здесь сидел и заглядывал. Ой, ну это не собака, цирк. Он думает, может, она здесь все игрушки постирала. Здесь игрушек нет. Буся, здесь нет твоих игрушечек. Кстати, надо бы закинуть, тоже постирать игрушки. Я их тоже стираю регулярно. Только твои тряпочки, лапки вытирать, малыш. Ничего больше. Ты видишь, только тряпочки. Здесь твоих игрушечек нету, только тряпочки. Одни тряпочки, видишь, лапки вытирать. Это тряпочки твои, да, твои тряпочки. Целая корзина, их нужно еще все поскладывать. Ты его покрывал на диванчик. Целая гора. Все. Тряпки хлопковые. Это тряпки, когда мы лапки моем. Вытираем. Тщательно. Так, это коврики. Сюда их стирку. Сушилку уже, сушилку. А здесь еще пару тряпок. Коврик. И мне нужно вот это еще закинуть. Чтобы уже на сегодня поставить точку. Вот эти вот коврики. Поместятся, нет? Надеюсь, что поместятся. Так, еще есть место. Как раз. Так, фу. Так, я порошок. Стараюсь химии немного тоже не переливать. Деликатная стирка. Что там теплое ставим? Ставим теплое все. Корзину несу наверх, а здесь включаю сушилку. Все, красота. Хожу и любуюсь. Чистенько. Тряпочки Бусику поскладывала. Все такое приятно пахнущее, мягенькое. А, там еще стоит корзинка для ковриков. Коврики еще сушатся. А, здесь у меня тряпочки. Вот здесь вот тряпочки сюда. Это наверх пойдет ко мне. Несколько тряпочек. Так. Все чистенько, коврики стираются. Мне остается вот эти вот шторы постирать. И наверху шторы постирать. У мужа чистая. И здесь шторы тоже стираны. Все. На сегодня финиш. Можно себя похвалить. Спасибо, что были вместе со мной. Увидимся. Подписывайтесь. Не жалейте лайки. И такие вот цветочки вам в подарок.